Организаторы международного турнира по тяжелой атлетике памяти героев обороны Брестской крепости, а среди них Управление спорта и туризма Брестского облисполкома, представительство Национального олимпийского комитета Беларуси в Брестской области, а также Брестская таможня, на торжественной церемонии открытия выразили уверенность в том, что первенство станет ярким и запоминающимся. В городе Бресте на традиционном турнире по Брестина действительно гордится своими достижениями в этом виде спорта. Мы рады еще раз видеть вас. Надеемся на хорошее выступление спортсменов, уважением, служить удовольствие. Один из судей соревнований – легенда тяжелой атлетики, олимпийский чемпион и обладатель 19 рекордов мира Леонид Тараненко, уроженец Брещины. Участие в подобных мероприятиях для Леонида Аркадьевича приятно и почетно вдвойне. Тем более, учитывая тот факт, что тяжелая атлетика на Брещине развивается, принося новые рекорды и новые имена. У нас такие ведущие области по тяжелой атлетике – это Могилевская, Витебская, центр Полоцк-Витебск, ну и Брестская, вот это таких три области, которые, у которых постоянно есть участники и призеры чемпионатов Европы, Олимпийских игр даже. Вот, поэтому Брещина очень солидно представлена. Подтверждение того, что представители Брещины сильные тяжелоатлеты, к слову, долго ждать не пришлось. Уже на первой церемонии награждения, а их будет несколько в разных весовых категориях, на пьедестал почета не раз поднимались спортсмены из Брестской области. В первую очередь, конечно, огромное спасибо организаторам, потому что соревнования проходят всегда на высоком уровне. Так как уже 10 лет выступаю на них, могу сказать, что с каждым годом все лучше и лучше. Огромное спасибо. Это отмечают спортсмены, приезжающие сюда. Вот. Что касается выступления, я довольна, так как перешла в категорию ниже, выступала раньше 58-50-53. Вот. Огромное спасибо своему тренеру, а также всем, кто присутствовал, болел за меня. Соревнования продлятся в областном центре по 30 апреля. И нет никаких сомнений, что каждый из дней принесет и болельщикам, и спортсменам массу эмоций и впечатлений. Тем более, что от результатов турнира зависит очень многое. Он является отборочным этапом на Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро.